мы попробуем найти доказательства сверхъестественного. Нужно заснять это на видео, иначе никто нам не поверит. Еще раз. Что-то произошло. И что-то пошло не так, как задумывалось. Я по-прежнему верю, что это случилось на самом деле. План города точь-в-точь совпадает с рисунком на табличке. А что, если порталы в другие измерения на самом деле здесь, рядом с нами? Этому можно дать и научное объяснение, хотя это не имеет значения. Я бы сказала, что все произошедшее того не стоило. Ты же не думаешь, что все это знаки, и они как-то связаны с тем, чем мы занимаемся? Мы ведь живем не в каком-нибудь опасном и неизученном месте. Ты уверен, что это поможет? Возможно, мы все не так поняли. Что мы наделали? Сверхъестественное. Знаки. В кино с 10 ноября.